Воскресные гонки закрытия парусного сезона 2016 года на надувных разборных судах. Начинаются вот и старт. Ну, фальстарта не было ни у кого. Что-то Визикиса остановилась после старта. Кто-то не отстал. Судья. Так, и сразу меняют галс. Потому что оказалось, что в один галс не выйти. Дистанция поставлена хитро. Первый поворот. Прямо на ветер надо идти, поэтому меняют галс. Так, что-то последний участник промахивается мимо стартового буя. Что такое, Степан? Хлебушек? Да. Решил подкрепиться? Это правильно. А кто-нибудь знает, на СП-100 кто там катается? Вот это я не в курсе. Да, Валера.